Торговая марка Dresta является достойным наследником торговых марок строительных машин производства известных компаний International и Dresta. Тяжелые и средние классы бульдозеров Dresta представлены 5 моделями, которые комплектуются двигателями с турбонаддувом производства фирмы Cummins, мощностью на маховике от 142 до 520 лошадиных сил. В бульдозерах Dresta тяжелого и среднего классов применены многочисленные конструктивные решения для увеличения производительности, простоты управления и обслуживания. Уникальная двухдиапазонная система управления трансмиссией дает оператору возможность выбора высокого или низкого диапазонов скоростей движения, которые могут использоваться одновременно или независимо для каждой из гусениц. Сочетание двух диапазонов движения вместе с трехскоростной коробкой передач обеспечивает по 6 скоростей движения машины вперед и назад, включая очень маленькую скорость для толкания тяжелых материалов и рыхления плотных грунтов. Двухдиапазонная система трансмиссии увеличивает производительность машины и снижает расходы на обслуживание ходовой части бульдозера, благодаря улучшению сцепления с грунтом и уменьшению проскальзывания. С помощью джойстика, размещенного с левой стороны от кресла оператора, контролируются все движения: направление движения бульдозера, переключение скоростей коробки передач и переключение на высокий и низкий диапазоны движения. Все элементы трансмиссии и элементы поддержки ходовой части крепятся к главной раме машины. Это цельная рама жесткой конструкции, коробчатого сечения. Ходовая часть бульдозера крепится к главной раме машины в трех точках. Цапфы крепления толкающей балки отвала находятся спереди бортовых передач. Эти цапфы берут на себя всю нагрузку от толкающей балки отвала и нагрузку со стороны грунта от рамы гусеницы, изолируя тем самым бортовые передачи от ударных нагрузок со стороны грунта. Бульдозеры Dresta среднего и тяжелого классов отличаются модульной конструкцией узлов трансмиссии, что обеспечивает быстрый доступ к двигателю, гидротрансформатору, коробке передач, механизму поворота и к бортовым передачам. Данное отличие значительно сокращает время демонтажа и установки узлов трансмиссии. Ходовая часть бульдозеров Dresta обеспечивает возможность работы на всех типах грунтов при выполнении любого типа операции. Машины могут комплектоваться широкой гаммой бульдозерных опций для различных условий работы – от скальных грунтов до мягкой болотистой местности. К бульдозерам Dresta среднего и тяжелого класса предлагается большое количество рабочих отвалов. Полувогнутый отвал Semi-U благодаря своей форме хорошо переносит большие нагрузки и применяется для тяжелых условий работы. Для достижения большей универсальности выполняемых работ некоторые бульдозеры среднего класса оснащены отвалом, работающим в 6 направлениях, отвалом 6-way. Для бульдозерных работ, требующих перемещения грунта в сторону, машины могут оснащаться угловым отвалом. Для достижения высокой производительности на мягких болотистых грунтах применяется прямой отвал. На тяжелых бульдозерах TD-25 и TD-40 применяются также вогнутые отвалы типа Semi-U и угольные отвалы большой емкости. Рыхлители для бульдозеров Dresta доступны в двух вариантах – многозубый и однозубый тяжелого типа. Большое тяговое усилие машины обеспечивает хорошую работу рыхлителя. Рабочее место оператора очень эргономично. Все указатели легко читаются и размещены на панели инструментов. Оператор хорошо видит из кабины обе стороны отвала и рыхлитель.
Кресло оператора с пневматической подвеской поворачивается на 14 градусов в правую сторону для лучшего обзора вокруг. Шестигранная кабина оснащена системой фильтрации воздуха и поддержания увеличенного давления для обеспечения оператору комфортных условий работы. Благодаря следующим элементам. Двухдиапазонная система управления трансмиссией. Модульная конструкция. Усиленная ходовая часть. Высокое тяговое усилие. Большое количество доступных рабочих конфигураций. Комфорт работы оператора. Бульдозеры Дреста среднего и тяжелого класса являются одними из самых современных и надежных машин на рынке. Они надежны, мощны, проверены временем, легки в управлении, то есть обладают всеми характеристиками, необходимыми для того, чтобы оправдать самые высокие требования клиента.